26 липня комісія Європейської мовної спілки разом із представниками Кабміну завітали до Дніпра. Міський голова провів делегації екскурсію від аеропорту до стадіону «Метеор». В першу чергу ми осматривали, звісно, аеропорт, потім перемістились на фестивальний причал, проїхали по місту. Більше того, ми провели спеціальний транспортний експеримент, ми передвигались на громадському електротранспорті, для того, чтобы было понятно, каким образом до основных локаций могут попасть гости нашего города и участники конкурса. Естественно, все необходимые улучшения будут, безусловно, сделаны. Борис Філатов и Юрій Голік хором запевняють, нема у Дніпрі проблем із аеропортом. Аби привести його до ладу, потрібно 3 мільйони гривень, каже радник губернатора. А це неабищо. Проблеми з розселенням людей дошкуляють більше. Та пропускна способность аэропорта, которая есть сейчас, она достаточна для проведения Евровидения. Там нужен косметический ремонт терминала, чтобы он не выглядел так, как он выглядел последние 20 лет. Там нужен косметический ремонт взлетно-посадочной полосы. Собственник аэропорта, компания, и так собиралась сделать в этом году. Это порядка 3 миллионов гривен, это не ахти какая сумма для того, чтобы не привести в порядок. Мы подсчитали все возможные и невозможные варианты, связанные с размещением наших гостей. К сожалению, у нас порядка возможности размещения 5000 человек в номерах нашего гостиничного фонда. И этого может быть недостаточно, поэтому мы отрабатываем еще разные параллельные варианты. Вчера только мы в результате переговоров с крупнейшими операторами, которые эксплуатируют речные круизные пароходы, получили гарантийные письма о том, что уже два речных теплохода, которые могут быть установлены в качестве гостиничных комплексов во время проведения конкурса. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.